Пришел ты, это хорошо. У меня все готово. Ты не видишь, что я с ложкой хожу? Так, вот это возьми в карман, все написано. А ты ведешь. Иди-ка сюда, расскажу тебе сегодня случай какой-то. И вот этот вот. Смотри, что он делает. Тихо. Он все грызет. И он тут вот так. Тихо, и он дверь-то у меня ломает. Теперь надо, чтобы все туда не попадало. Так, сейчас я его загоню. Уходи сюда. Заходи, на место. На место. Ну, вот тут. Вот я его тут веревочкой завязываю и подпираю. Мне надо, чтобы цепь туда не попала. Что сделать? Я взял тогда, пошел, выпилил. Там дерево такое, вот оно. И кол такой забил. Забил прямо возле двери, которая дверь-то сюда идет. Она возле двери. Чтоб цепь туда не попадала, в нее уперлась. Я в окно смотрю, он уже ей играет. Зубами вытащил. Я думаю, не пойдет. Я тогда взял большую вот эту вот, забил. Но забил, она не очень качается. Я тогда пошел искать железяку. Тогда нашел вот там трубу. Я рядом ее забил. Ну, тут у меня это, колун. Я его, смотри, как забил. Ну, вообще нормально. А подумал, хорошо было пониже тогда. Но суть-то вот в чем. Иди сюда. Иди, иди, послушай, что тут есть. Какое бывает. Ты еще сегодня не погиб здесь. Он, видимо, ее все-таки шевелил. Но уже цепь туда не попадает. Дверь-то вот эта открываешь, она сюда вот. И дверь. Там упирается. Цепь-то у него вот. Дальше никак. Но... чтобы зацепить его, у меня здесь вот это крючок, вот здесь вот гвоздик где-то там, и я ее в дырочку вот в эту вот затягиваю, и она вплотную сюда. Ну, все понятно, нет? Вот смотри, я сейчас открою ее. Я поняла. Не бойтесь. Вот он где. Чтобы дверь туда не ушла, я вот эту вот натягиваю сюда. И вот сюда вот втыкаю ее. Все время так делал. Сегодня точно так же делаю. Но она, видишь, как плотно надо. Крючок маленько коротковат. Я со всей силы тяну, а там гвоздик вылетел. Она как вот этой железяк. Это мне шабаш, поп, кубырк. Я думаю, расколочу. Так, смотри, что делается. Так, заходи туда. Все показали. Иди, иди. Иди, уходи. Мы два раза обходим здесь квартал один. Я сын на мосту был. Миро. Я как жаркнул себя. А сейчас мне дали ложку, говорит, хоть Марейка, видишь, какой урок насадил. Я думал, проломил голову, пошел в зеркало, посмотрел, подавил никак. Все в жизни никак не предусмотришь. Все сделал как надо, забил. А если бы она была короче, я бы ударил прямо в глаз. И вот все, что Бог дает, все к месту. Брат мой сказал, говорит, хорошо, что брата моего посадили, иначе молиться негде. И вот это, все, я, вот оно где-то там, там забитый крючок-то. Я его тяну, а он вырвался гвоздик-то, а это я сам себя. Ужас один. Да помилуй Господи, поблагодарим. Господи, слава тебе, живым оставил ее. Во. Видно, нет? Видно. Сейчас дали ученик. Мне ложку, говорит, ложку полочку дали. Это есть такая притча там православная. Вот так, пошли. Я вчера тебя спрашивал, тебя еще не надо тебе перейти на дорогу. Ой, ой, ой.